Давай в депо поиграем. Или не знаю, или в какую хочешь, в парковку? Ну давай сюда тогда. Высыпай. Нет, смотри, не так, Елисей. Здесь важно правильно поставить. Вот так. Все, давай. Пошел. Думай, голова. Только собралась тебя снять, а ты уже все сделал. Молодец. Ладно, давай вот этот, шестой уровень. Выкладывай. Шестой? Да. Давайте я помогу разложить. Меня зовут Шилина Маргарита, я автор развивающих игрушек, блогер, а в прошлом топ-менеджер. Сейчас же занялась уже новыми проектами благотворительными, такими как «Солнечный город». Это программа наставничества над подростками из детских домов. Родилась я в Брянске, училась в третьей гимназии. Первая работа моя — торговля акциями на фондовой бирже. Это очень интересный такой опыт был. Полтора года работала, а в дальнейшем попала в банк на торговую точку. Может быть, помните, раньше ходили такие менеджеры, продавали там, ну, по магазинам, да, кредитные продукты. Потом попала в отделение банка, стала директором отделения банка. 70 человек в подчинении, 12 отделений. Ушла в декрет и не вернулась. В декрете начала развивать магазин книг, блоги. Тяжело, да, Алексей? Сложный уровень попался. Или для меня важнее то, что я несу какую-то пользу людям, и я вижу результаты своего труда. Мы с вами сейчас видели, да, когда невозможно было оторвать ребенка от игры. Когда я смотрю цифры, 470 тысяч уникальных зрителей ежемесячно. Это больше, чем население Брянска. Это целое поколение мальчиков. У меня одна игра, там, «Зверопоезд», там вообще дискретная математика. У меня друзья-айтишники смотрят и говорят: «Марго, это же дискретная математика, а откуда ты это знаешь?» Мат-анализ был в моей жизни, но он был настолько давно, что откуда у меня дискретная математика. Спрашивают, например, откуда все эти идеи, да? Это база, которая вот так кирпичик за кирпичиком, и в нужный момент оно вот отсюда всплывает. Слышишь сигнал? Нам повезло! Ура! Ничего себе, мы встретим поезд! Вот это да! Дождет. Охранник догоняет! Елисей, ты счастливчик? Елисей очень любит поезда, сын. Прям, ну, любит. Прям вот таскал меня каждые выходные, мимо вокзала проходим, мам, пойдем посмотрим. И он еще тогда разговаривать толком не умел, там поезд там что-то показывал. Вот. И я думаю, дай сниму на камеру нашу прогулку с ним. А я же, ну, он, то есть он показывает, а я ему объясняю на его, вот, на его детском языке, примитивными словами стараюсь объяснять. Вот. И сняла это, выложила. Столько просмотров было. 100 тысяч просмотров, вот это поезда. Так и пошло. Классно, что ты снимаешь, то есть снимаешь на видео. И мне кажется, что это очень классно, чем просто сидеть дома и там вот скучать. В поездах можно встретить много друзей, всяких там подписчиков. Я сам не ожидал, я даже с двоими подписчиками сфоткался. Да, просят сфотографироваться? Ясно. Мы теперь, когда куда-нибудь ездим, мы стараемся снять какие-то выпуски. Первый раз мы с ним поехали на Шри-Ланку, и там такие поезда классные. И мы тоже туда ходили снимать. И люди идут к пляжу там или по туристическим местам, а мы идем по местной деревне, к их местному переезду, смотреть их местные поезда, как они там проносятся. На сегодня сколько там? 87, наверное, тысяч. Я, то есть, эти истории не отслеживаю. Для меня главное — это количество просмотров. 1,5–2 миллиона просмотров в месяц роликов. Но надо понимать, что эти ролики там отснятые 2 года назад, 3 года назад, до сих пор они смотрятся. Трамвай, ты помнишь? Трамвай разломался. Так, это что у нас? Автобусы я не помню. Какая-то штука. Не помню? Электричка. Угу. Все, прилипло. Мужик, голова! Так не трогать его. В смысле его поднять? На, динозавры.
И это губка Боб. Блогер – это не профессия, потому что все мечтают стать блогером, да, все романтизируют эту профессию, что в первую очередь профессию нужно получить. Нужно стать классным специалистом, экспертом, получить базу, ну, я не знаю, там, и уже в дальнейшем, уже будучи крутым специалистом, уже можно что-то показывать, рассказывать, да, и идти, там, я не знаю, в популярность, да, или как это назвать. А у нас новая игра. Тебе сей нравится? Угу. Классная? Угу. Вот так и живем, занимаемся, играем в правильные игры. Три уровня сложности, и она такая приятная, смотрите, деревянная, красивая, яркая. Приятно держать в руках. А как пахнет? О, класс. Помимо блога, я все-таки считаю основным своим призванием, это создание игр и головоломок. Ну, я обожаю их создавать. А игры меня вдохновляет мой сын. Когда он был маленький, он любил... У нас первая игра — это автоконструктор, молоток. Там надо стучать по пробковому полю. И я такое что-то подобное где-то увидела. Думаю, о, у нас такого нет, надо сделать. И что? Придумала, сложила из частей, дала задание иллюстраторам. Все нашлось сразу. Зверопоезд — это с дискретной математикой, которая супер классная, где не просто там надо зверя там в поезд рассадить, а их надо рядом. Мамы и малыши должны сидеть рядом. Там все основы дискретной математики. Комментарии совершенно разные, начиная от того, что дети думают, что он их друг, хотят с ним подружиться, поиграть, и очень рады, когда его встречают там на детских площадках, парках, подходят знакомиться. Скейтеры у меня тоже есть, я не исключение. И, например, вот написали мне там комментарии, что мальчик 8 лет погиб под поездом, вы снимаете поезда, это твоя ответственность, дети ходят и смотрят. Я решила уточнить, да, что случилось, и там начала задавать наводящие вопросы. Там выяснилась совсем другая история, что ребенок был без присмотра, переходил на дачу, это совсем не про это, но смысл в том, что я в своем каждом выпуске рассказываю про безопасность. То есть дети, которые смотрят нас, они знают про правила безопасности. Они никогда не совершат тех ошибок. Давай, что, микрофоны устанавливаем? У нас тут новшество появилось, да? Вот здесь точно надо резать. Наверное, даже удаляем. Сейчас звук проверим. Скажи что-нибудь. Посчитай до 10. Математика. 1, 2, 3, 4, 5, 6. До 10 посчитал. Солнечный город – это программа наставничества над подростками из детских домов. Им сложно, у них нет значимого взрослого, который мог бы подсказать, выслушать, помочь где-то, да? Помочь не материально, помочь словом и делом. Они хотя бы увидят вот модели поведения, да, этого взрослого, который рядом, который, ну, вот, помогает. Это вот какой-то близкий человек рядом. Зачем мне это? У меня есть вот такой порыв, знаешь, сделать мир лучше. К концу лета. Ну, можно я забил все поезда и поставлю на свой вокзал? Пожалуйста. Ну, забирай. Все? Все. А, пластиковые? Ой, пластилиновые? Нет, пластилиновые нельзя. Я сама захотела стать наставником. Конечно, я боюсь. Конечно. Одно дело помогать материально, там, или как у меня магазин был, я книги, да, пожертвования высылала. То есть это одна история. А другое дело помогать делом и задействовать там сколько, 40%, 30% своего рабочего времени в этот проект. Конечно, я боюсь. Но у меня нет другого пути. Путь уже начат. Ничего, уехал просто далеко. Что? Песок попал? Нет, просто что-то колючее. Ясно. Я люблю свой город. Где родился, там и пригодился. У меня здесь друзья, знакомые. Красиво, красиво, все, кайф. А закаты видел какие? Никакие фильмы смотреть не надо. Вот смотришь этот закат, вышел к озеру, и вообще прям все.
Я не знаю, мне нравится, понимаешь, здесь и воздух, и природа.